И снова всем здравствуйте. У меня прогулка с друзьями немного. Он один полез в косогор, а я пошел по следу тигра посмотреть, где он прячется. Такие лапы небольшие. Я думаю, что это просто собачка. Вот куда можно бежать в гору? Что тут делать этой собаке? Других следов нету. Вешечка стоит. Край показывает, что ли? Ладно, сейчас я переключусь. Вот так лучше будет. Телефон надо беречь немножко, а то зарядка кончится. Хоть у меня и есть еще пауэрбанк, но мало ли. До поворота дойду. Дорога в гору выходит влево, в лог, и вправо уходит тоже в лог. Посмотрю. Куда эта собака побежала? Там прошли один следочек, зайчика был. Значит, еще бегает. Пока такое ощущение, что две собаки прошло. Вижу какую-то бровку. Может быть, это снегоход? Кто же это мог здесь бегать? Все, я помер. Почти. Вот кто-то прыгал. Это заяц, наверное. Скорее всего. А тут, походу, снегоход гонял. Ну все, можно дальше не ходить точно. Он по этому следу так влево. Он не поедет. Он ушел вправо. Шли назад. По одним следам сходил. Теперь пойду вот по этим. Эти больше. Здесь уже два прошло человека. На машине приехал Вовочка. А вот что это, след засыпанный. Что, все правильно? Правильно делаешь. Правильно мыслите. Правильной дорогой идете. Трезво мыслишь, говорит, пьяная морда. И правильной дорогой идете. Говорить, гори огонь, как Прометей. Прометей.
Васенька не заходил вчера, позавчера. Каждый день захожу. Наши не видел там? Ну, видел, наверное. Такая погода была. На мросу съездили. Галя, что же надо фотографию сделать? Ой, кипит. Уже? Да. Так. Делаем. Снимаем. Так. Кнышки поставить. Вот так это поставим. Точно. Паша! Ой. Там теплее. Вот это, да? Да. Не поваляешь, не попьешь. Да. Все. Баста. Провалится. Сейчас маленько. Курильский чай с таволгой. Чуть-чуть отставим. Ну и как, думаешь, хороший будет? О, я думаю, хороший. Тут вот собачки бегали. Все-таки это собаки, наверное. Готовимся к трапезе. Будем завтракать. Что у нас сегодня на обед, на завтрачек? Это лучок. Это грибочки чуть-чуть. Конфеточки. Тут лучок, вот он прям, вытаскиваю его оттуда. Грибочки с лучком, подтопольнички, конечно, бросить. Конфеток чуть-чуть. Это стряпня. Стряпня с чего у нас? Вишня? Вишня с черноплодкой. Вишня с черноплодкой. Вавана, что-то тут есть вкусное тоже. Сейчас все с треской. Ну, короче, без обеда у нас сегодня останется. Останешься без обеда? Ну и все. Приступаем. Котлеты, ё-моё. Вот поперло, так поперло. Что-то еще жарить собрались. Ну, я хочу подогреть. Так банку и надо было ставить туда. Видал, что? Нормально. Достается. Вот так. О, это пеля. А как будет вкусно. Ой, дым, не ходи к молодым. И себе на обед потом оставь. На ужин ли? Это остальное. И тут собаки бегали. Это собаки. Это не волки никакие. Они тут зайца гоняли. Сто процентов они тут зайца гоняли. А вот он, зайка был. Вот заячий след.
я его нашел. Все, они его загнали, скорее всего, и съели. Теперь все ясно, картинка восстановилась. Вот тот след, который я там внизу заячий видел, вот он здесь. Ну вот он, его видать хорошо прям. Все, а это вот собачий. Вот собачий след. Все, они его стрескали, по-моему. Ладно, пойдем завтракать. Отливаем. Пошло дело. Вот такой красивый зелененький чаек получился. Курильский чай с таволгой. Можно курить его. Подсушить только. Вот такой цвет у него. Грибочки пошли в ход. Реально не хочет. Вот они какие. Ух ты, какие, смотри. Ой, 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 ой. Ням-ням-ням-ням. Где тут чебурек горелый? Ну все, понеслась душа в рай. Ну что, чайку еще раз сварим и домой попрем. Можешь не бояться. Здесь ручка железная. Это у тебя там ручка гоменевая была. Ну-ка отойди куда-нибудь. А, ну перегорела. Ее не сделал. Вон сколько мы дров заготовили. Ай да умница, козел. Сколько дров он наколол. На том кусту можно посидеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А еще мы вот что придумали. Посидеть можно маленечко. Ну вот. Все закипело. Весь сушняк обдолбили от деревьев. Это все сухо, сухостой. Вон докуда дотянулись. Сучков больше нет. Ну все, всем пока, до свидания, мы отдохнули, чаю сейчас попьем и по домам.